Шалом! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Сергей. Сегодня приготовлю интересный рецепт. Восточная пицца с мясом. Называется лахма джун. В Турции называется это лахма бааджун, а в Израиле лахма джун. Просто лахма джун. Мы приступим к тесту. Тесто у нас дрожжевое. Количество муки у меня здесь всего лишь 200 грамм, это на 2 пиццы примерно. Для теста нам нужно 2 грамма дрожжей сухих, 2 грамма сахара, оливковое масло 2 ложки и соль по вкусу. Вода 100 миллиграмм, теплая. В воду мы добавляем дрожжи и сахар. Две чайные ложки. И всю воду выливаем посередине. И начинаем мешать потихоньку. На этом этапе можно добавить соль. Если прилипает, можно добавить чуть-чуть муки. Теперь тесто наше должно отдохнуть чуть-чуть. Я побрызгаю чуть-чуть маслом. И накрою его полотенцем на полчаса. Пока у нас тесто отдыхает, мы сделаем начинку. Начинка у нас здесь фарша, помидоры, лук, перец чили, оливковое масло, кедровые орешки и соль. Приступлю я к луку. Я включу сковородку, чтобы загревалось. Немного оливкового масла. И хорошенько обжарим лук. На этом этапе мы можем порезать на кубики мелкие помидоры. И кладем это все на сковородку. Можно добавить чуть-чуть масла. Значит, у нас здесь один лук, большой лук, 2 помидора средних и 200 грамм говяжьего мяса. Вы можете взять тоже и баранину. Кому нравится баранина. Но здесь две опции, или баранина, или говядина.
чили перец. Обязательно хорошенько размешайте его, чтобы не было комков. Кедровые орешки мы в конец кладем. В принципе, наша начинка готовая. Мы здесь отдыхаем пока есть. Тесто наше подошло. Чуть-чуть помесили его. Разделим его на два колобка. Теперь мы его раскатаем. Очень тоненько. Ну, я думаю, это достаточно тонко. Выкладываем его на противень. И кладем начинку. Все, и сразу же в печку. Разогрето заранее 200 градусов. На 15 минут максимум. Пришла у нас вторая пицца. Чуть-чуть брызгаем оливковым маслом. Пожалуйста, лохмаджон наш готов. Можно попробовать. Вкусно. Ставьте лайки, если видите горячее. Подписывайтесь. Литрот.